девочку. Я научу тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке. Если посмотреть большинство комментариев и лайков, либо дизлайков, я с большинством согласен. Как пишут сейчас в интернетах, о том, что, наверное, это будет первое Евровидение, когда Беларусь займет место с отрицательными баллами. Это политизированное решение с точки зрения Беларуси, и оно не отражает взглядов общества, всего общества. Должны дисквалифицировать ее, потому что это, так сказать, неуважение к нашему народу. Ну, мне кажется, просто это какая-то насмешка немного над белорусами в целом после всех событий, которые были. Ну и, в принципе, наверное, обидно даже прошлым конкурсантам, которые были достойны, в принципе, поехать и в этом году.